Внимание, новое здание административного центра. Необычный дизайн. Кстати, на этом месте был дом быта. Вот. Региональный центр услуг. На английском и украинском языке. Вот. Типа пирамиды. На первом этаже, когда он был дом быта, здесь был два ресторана. Слева розовый зал, справа голубой. Наводит на размышления. Для кого? Вот такие. Если что, и помолиться недалеко сходить. Вот такие светильники необычные здесь находятся. Стоянка. Еще одна стоянка. Заезд там туда. Ну да, там шлагбаум стоит. Заезжать могут не все. Места для инвалидов. Дизайн оригинальных светильников. Кстати, он поликлинику тоже разукрасили. Вот будут первые посетители этого регионального центра. Могли бы, конечно, где рельсы и щебенку засыпать, чтобы все было красиво. Асфальт, конечно, так себе, не очень качественно. На косилке тут косят чуть ли не как на футбольном поле. Вот. Так-то. Газон красивый. Тут будут траву подстригать. Кстати, светильник, он непонятно для кого он будет светить. Ветки могли поубирать. Сейчас на дровачики поедем. Закрыты листьями будет. Сразу детская площадка. Тут, конечно, маленький здесь что-нибудь сделать. И сделают. Вот такой он региональный центр будет. Подписывайтесь на наш канал, до него не будете в курсе всех новостей.